Приветствую вас. В данной ситуации, мне кажется, имеет место две основные причины, которые мотивируют вас и поддерживают у вас такое восприятие девочки. Первая причина заключается в том, что вы не уверены в себе, вы от этого тяготитесь, от того, что вы не уверены в себе. И не можете забыть девочку, потому что с ней вам, как вам казалось, был реальный шанс что-то сделать. Ну, то есть, сделать что-то, познакомиться, сблизиться, может быть, что-то построить, вот, и так далее. Сейчас этого нет, и я полагаю, что из-за того, что этого нет, вам, ну, как-то вот, болезненно, вам больно, вы чувствуете некую, может быть, фрустрацию из-за того, что вы не поступили так, как вам хотелось бы, к примеру. Вот. И здесь, конечно, нужно работать над уверенностью в себе, над страхами, возможно, над страхом отказа, который у вас имеется. Вот. То есть я его не гарантирую, да, то есть я не говорю, что вот я прав обязательно, но очень на это похоже, очень похоже на то, что у вас есть именно страх, ну, неудач, скажем так, вот, страх отказа, возможно, вы боитесь того, что девушка вам откажет, ну, вот, в отношениях, да, вот в том, что вы делаете, отказ вам. Вот. Такая история. С другой стороны, есть важный момент, который заключается в наличии у вас потребностей, желаний, связанных с девушкой, с ней непосредственно, вот, с тем, что она значит для вас, с тем, что, с тем, как вы ее воспринимаете, с тем, как вы к ней относитесь, вот. Чего вы хотели бы сами через нее. Именно поэтому у вас не получается забыть. Вот. Поэтому начните с исследования именно этих вопросов. И после этого уже можно будет вам помочь. На этом все. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.